Приветствую вас, дорогие друзья, и сегодня у нас воскресенье, и закончился конкурс, который мы проводили с каналом Puzzle Off. Значит, в конкурсе мы разыгрывали наушники, замечательные наушники разыгрывались. Определим мы сейчас победителя, кто будет у нас победителем, кто выиграл эти наушники. Для того, чтобы определить победителя, давайте зайдем на Google форму. Значит, у нас получилось 95 ответов. Отключим принятие ответов. Обновим страничку. Отлично. Все, ответы больше не принимаются. 95 человек поучаствовало. Давайте перейдем в таблицу. Составим табличку, чтобы вышла табличка у нас. И посмотрим уже, кто же у нас победил. Значит, в этот раз все, циферки видно. Будем с третьего номера искать победителя. И сейчас подгрузится. Значит, с третьего и по 96 номер. С третьего по 96 номер забьем сейчас рандом и будем искать победителя. Третий. 96. Тремя уверенными нажатиями определим, кто это такой. Номер 26. Номер 26. Давайте посмотрим, кто у нас под номером 26. Меркулов Роман Владимирович. Давайте перейдем к нему на страничку ВКонтакте для начала. Обалдеть, он уже выигрывал. Это он второй раз выиграл у нас человек. Второй раз. Первый раз он выиграл колонку. Второй раз он выиграл наушники. Что ж, поздравляем победителя. Давайте проверим, все ли он сделал. Да, репост есть. Репост есть. Так, репост есть. Подписки давайте проверим. Самое главное, подписочки у нас. Ну, обалдеть, я поражаюсь, человеку везет, второй раз побеждает. Второй раз уже человек побеждает, это же просто прекрасно. Значит, на мой-то канал он вроде бы подписан. Давайте посмотрим все. Так, ищем. Есть Puzzle Off, есть подписка. И посмотрим сейчас на всякий случай мой канал. Ну, на мой канал он был подписан. Да, Китай стал ближе. Есть подписка. Ну что же, поздравляем победителя. Обязательно ему напишу, он обрадуется. Недавно отправил ему колонку. В понедельник отправил ему колонку. А сейчас очередная победа. Очередная победа. Выиграл он на этот раз наушники. Крутые, прикольные наушники. Ну а на этом все, дорогие друзья. Я с вами прощаюсь. Прощаюсь, наверное, до пятницы, поскольку у меня сейчас ремонт и нет у меня времени, просто физически нет времени снимать сейчас видео. Скорее всего, в пятницу будет следующее видео и очередной конкурс будет в воскресенье. Все, всем пока, до новых встреч, увидимся на канале.